Приветствую вас. И проблема заключается в том, что вы не совсем правильные выводы сделали из своих отношений с мужчинами. Дело в том, что каждый разрыв давал вам какой-то опыт. Опыт, конечно же, негативный. Но вы, видимо, каждый из этих отношений, во-первых, до конца не отпускали, во-вторых, вероятно, не извлекали никакого опыта из них. В результате вам кажется, что проблема в вас, но в действительности всегда проблема кроется в обоих партнерах. Конечно, есть некоторая закономерность в том, что все три мужчины как бы оттолкнули вас. Эта закономерность возможна потому, что в вашем поведении есть что-то такое, что мешает отношениям. Может быть, неуверенность в себе. Может быть, слишком сильная преданность мужчинам. Может быть, какие-либо страхи. Возможно, комплексы души из детства. Но проблема заключается в том, что вы не осознаете это, и вы не видите способа изменить свою ситуацию на сегодняшний день. И вот когда ваши отношения, наверное, главное первые отношения, проанализируем, когда вы поймете, что вы делали не так, вы сможете извлечь опыт, соответственно, стать богаче, мудрее, увеличить свой багаж опыта и в будущем такие ошибки не повторять. В принципе, кроме анализа ваших отношений, поскольку по существу вы ничего не написали, порекомендовать больше ничего нельзя. Кроме, пожалуй, того, что меньше обращать внимание на окружающих, больше на самих себя. Окружающие отражают интересы общества. Они делают то, что диктует им общество. Но на личностные интересы внимания особого нет. И для того, чтобы вам обрести свободу хотя бы в том, что касается личностной сферы, нужно освободиться от общественного, понять, что общество диктует свои интересы, защищает также свои интересы. С вашими интересами они идут вразрез, постольку-поскольку. То есть, есть где-то точки соприкосновения, но есть и расходящиеся пути. Вот к этому нужно относиться довольно спокойно и понимать, что важно не то, чего хочет общество, а то, чего хотите вы. То, что вам важно, нужно, интересно, ценно и так далее. И вот на это ориентироваться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.